В Сарсузском и Меркенском районах откроются мини-центры для детей-инвалидов с психоневрологическими отклонениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Открытие состоится 1 декабря в рамках государственно-частного партнерства. В целом по области проводится ряд масштабных работ совместно с неправительственными организациями для достижения международных стандартов в решении проблем граждан с ограниченными возможностями. В частности, с 2011 года по области работает три общественных объединения в рамках государственного социального заказа по трем проектам. 16 общественных объединений оказывает свои услуги лицам с особыми потребностями. Для оказания помощи на дому и в условиях полустационара из местного бюджета было выделено 84 миллиона тенге. На выделенные из республиканского бюджета денежные средства в размере более 12 миллионов тенге оказываются социальные услуги более 1000 гражданам. Конкурс торговал в этом году. Проводятся различные конкурсы, и соцработники или сотрудники центров, мы ежегодно участвуем в республиканском конкурсе. Есть повод гордиться. К примеру, в 2013 году мы завоевали 4 первых места, в 2014 – 2 первых места.